Всем привет, мои хорошие. Начинаю новый влог. У нас такой дубак. Кошмар. Просто кошмар. Мы сейчас были в Магнит Косметик. Сейчас покажу покупки. Покажу вам цветущий каштан. В Инстаграм уже фоткала. Протестует против холодов. Каштан, видите, он весь уже облетел даже. Но одна ветка решила зацвести. Такая красота. У нас 10 градусов. Дубак жуткий. Так маску можно снимать. К выходным вроде 25, у нас резко с 29 похолодало до 14. А вот сегодня уже 10 градусов, начало следующей недели такое же. Смотрите, что купили. Я купила для мелкой вот такую игрушку. Это для собак, да. Но это развитие мелкой моторики пупырышки, ее легко держать, она очень легкая. Ксюша говорит, ну это же для собак. Я говорю, ну что, какая разница? Мы ее помоем и все. Потом взяли набор бомбочек, туалетную бумагу по акции, такой набор и один аромат. Мне. Это, да, Ксюша выбрала, я посмотрела на цену, она была смешная. Сейчас покажу вам дорогу, приедем. И он такой крутой, девчонки, 384 рубля, по-моему, или 370 с чем-то. Их там два, вот такой золотой, Олимпия Люксери, и такой розовый. Мне даже розовый больше, ну вот этого, какой-то шлейф обалденный, вообще просто. Сейчас распечатаем за 300 с чем-то рублей. Никогда не смотрела на парфюмы Магнит Косметик, а тут прям... Ксюше понравился флакон, сейчас печатаем, покажу. Вот запоминайте, вот, когда будете в Магнит Косметик, просто хотя бы потестируйте, понюхайте. Вот этот розовый, они обалденные, реально. Прям какой-то шлейф дорогой, интересный, многогранный. Сейчас будем распечатывать, душиться. Какой флакончик? Это кубок. Кубок. Блин, он реально обалденный. Ну, попонюхали, да. Какой же он крутой. Мне что-то напоминает, вот что-то очень дорогое. Девчонки, это вообще... Я прям в шоке. Он, наверное, скорее всего, будет не стойкий, но я расскажу потом сейчас поносим. Так, Ксюша, надо в душ. Привет. Ну, в камеру-то смотри. Всем привет. Так, тихо. Оп, оп, оп. Мы уже тестером, правда, подушились в магазине. Вот мы уже в теплых куртках. В общем, у нас дубак страшенный. Но аромат, я в шоке. Он такой интересный. Что-то из старины. Вот не пойму, что. Так, ладно, мы едем домой. Сходили, закупились, сходили в книжный, тетрадки купили, в косую линейку. Что-то я в том году покупала по 30 штук, в этом году все нашла упаковки, а косую линейку не нашла, а нам они нужны. Вот. А, еще, кстати, мы купили новую коляску. Я вам тогда сделаю обзор. Ну, может, сейчас во двор приедем, может, в следующий раз. Мы купили новую коляску, безумно легкую, безумно классную. Я ее присмотрела сначала на Озоне за 6999. А в дочках, сыночках такая стояла 7999. Но в этот день у них была акция 20% скидка. ВИГ-20 промокод. И я решила, что мне надо. Ну, надо брать. Потому что предыдущая коляска, она... Почему хотела поменять? Потому что, во-первых, она не очень теплая. И когда она собирается в прогулку, она какая-то несуразная. А все равно нам к зиме надо уже прогулку. Потому что, ну, в той нереально, нет, она не сразу получается. Люлька нормальная, автолюлька шикарная, на лето коляска супер. Но дальше, и как прогулка, она вообще не суразная. Вот. И поэтому взяла прогулку, которая раскладывается в лежачую. Мы сейчас пока лежим. Безумно крутая коляска, девчонки. Самая легкая, маневренная. Вообще, она невесомая, она пушинка, она удобная. Козырек там до конца опускается. В общем, я ее в дочках, сыночках по промокоду взяла за... Да, сейчас каштаны будем рвать по 6, за 6300. Я посчитала, это удачная покупка. Еще у меня за категорию детства возвращается 10%. То есть это 600 с чем-то рублей мне возвратилось. В общем, я ее взяла за 5,5 тысяч, считай. Ну, коляска невероятно крутая, покажу вам. Сейчас будем сшибать каштаны. Сшибать, давить и извлекать. Я, короче, тут прыгаю, каштаны добываю. А она стоит, ржет. Ну, конечно. На, дави свои каштаны. Подожди, мне коробочку. Бросать? Да. Давай, добывай. Они уже поспели, кстати, мы уже когда туда шли, долбили. Коляска, пока вам покажу. У меня тут сумка засунута. Короче, это все битком уже. Колеса большие. И одно переднее. И они реально большие. Я сколько колясок, прогулок. Сейчас, котенок, подожди, посмотрела. Вот это прям единственное с большими колесами. Тормоз. Ручка, правда, не перекидная. То есть ребенок всегда, получается, у нас передом едет. Чехол. Вот такой большой. Такой большой и теплый, очень теплый. Корзина большая, неудобно, конечно, засовывать, когда ребенок в лежачем положении, неудобно. Кому надо, девчонки, потом напишите, я вам ссылку на коляску скину, кто хочет.
кто ищет хорошую коляску, легкую, почитайте отзывы на нее на Озоне. Ссылку на Озон, допустим, скину, чтобы там название посмотрели, потому что я не помню, как она называется. А тут есть название. Mobility One. В таком вот цвете мне понравилось. И козырек, сейчас сумку уберу, покажу вам. Опускается до конца. Смотрите. Все. Чики-пуки, зимой теплота. Окошко на магнитике. То есть, когда ребенок спит, ты не шуршишь. Очень удобно вот в таком положении за ней подглядывать. Едешь и подглядываешь, как она там спит. На магнитике не шуршишь. Здесь под кожу. Там ручка тоже под кожу. Ремни безопасности есть. Вот тут вот ручка, она тоже под кожу, такая коричневая. Козыречек складывается потом вот так. Сейчас покажу. Мне очень понравилось. Кто ищет легкую, маневренную коляску, девчонки, она нереально маневренная. Просто обалденная. Единственное, что если вот тут перегрузить сумкой, она будет перевешивать, потому что колесо одно спереди. Но я так не делаю, я все тяжелое туда запихиваю, поэтому как бы все нормально. Вот. А так она безумно легкая, безумно маневренная, нормальной средней жесткости амортизация. Тут трясло сильнее у меня. И она вообще, вот она любой бордюр преодолевает на раз-два. Та у меня вообще не такая была. Любой бордюр, любое препятствие, плохую дорогу вообще отличненько. Я коляской очень довольна осталась, прям невероятно. Вот надо, вы пишите, я вам ссылку скину с Озона, хотя брала в дочках, сыночках, но там просто на Озоне можно отзывы хотя бы почитать. В дочках там на нее что-то нет отзывов. Вот. Почитать отзывы, фотки посмотреть в разных цветах, как она выглядит. Вот. Я прям очень рекомендую. Я много колясок перемониторила, в детском мире смотрела, в детском мире, что вообще там цены какие-то на коляски заоблачные были. Вот. И мне прям очень понравилось. Она тепленькая, такая хорошенькая. И чехол тепленький. В общем, нам не тепло, комфортно. И закрыть можно, когда там совсем холодно. То есть мне прям понравилось. Так, за кадром происходит. Представляете, сейчас дед какой-то идет, дедуля, лет 70, дед, по-другому не назовешь. И такой говорит, что ты делаешь? Ну, типа, что она занимается какой-то ерундой. И хотел сказать, а тебя волнуют, каштаны мы давим, дальше что? Ой, эти, кстати, не все зрелые, еще беленькие. Так, еще три осталось раздавить. Вот они такие еще беленькие, до этого у нас все зрелые прям попались. А они сейчас дома потемнеют. Вот. Давай, дави. Ага, вот они. Давай, дави оставшиеся и пойдем уже к дому. Улетел. Такое развлечение, конечно, каштаны. Да. Где-то прошел. И шлейф еще есть. Не такая, конечно, стойкость, как в начале, но такой крутой шлейф. Тут и пудра, и древесность, и сладость. Прямо что-то все, девчонки. Такой аромат крутой, на самом деле. Мне правда, вот из старины какой-то люкс напоминает. Классно. Ах, хочется вдыхать и вдыхать. У меня давно такого не было с ароматами. Прям хочется им пшикаться и обливаться, слушайте. Я, наверное, потом еще розовый такой же куплю. Он тоже очень интересный. За 300 с чем-то рублей. Цена ни о чем для духов. Мы гуляем во дворе. Я надеюсь, на следующей неделе нам будут делать площадку. Здесь комплекс обещали сделать. Уже все практически посносили. Поставили камеры на том доме. И вот на нашей вот этой большой площадке должна быть новая современная. Тренажеры. Будем заниматься сами. Потом детские городки, качельки, что-то еще, типа аквапарк, такая штука, ну, по проекту, беседочка с крышей, а все остальное газонной травой засеют, не засеют, а постелят газонную траву. Ну, на следующей неделе должны начать делать. Буду вам снимать этот процесс, мелочь. Пошла с каким-то мальчиком играть. Какая милота, три кысочки обнимаются и дрожат, маленькие. Ну, какая прелесть! Смотрите. Они согревают друг друга. Да. Я первый раз вижу, что такие кыски дружные. А, какие холюсенькие, бедненькие, сидят на клумбочке. Котёны у нас и так есть. Ты что? Как же их разъединять? Смотри, они маленькие, греются. Бедняжечки. У нас дождь пошел, но мы все равно гуляем. У природы нет плохой погоды. Он 5 минут идет, а небо вон там голубое дальше. 5 минут не идет. Машину сейчас объедем. Ходим по площадкам, гуляем. Дубак. Ну, милый, да, я бы тоже всех кысок и собачек на свете бы себе забрала, если бы была возможность за ними ухаживать. Всегда животных жалко. Они за себя постоять не могут. Людей не жалко, люди за себя могут постоять. А животных всегда жалко. Ну, вот одного кота нету глаза, просто так. Нет, почему? А, ну, когда такие, да, когда люди жестокие, да, бывают, издеваются над животными. Превосходство свое показывают.
Только не там, где нужно. Да, есть такие люди. Много, к сожалению, их в наше время. И дети жестокие тоже такие есть. Что-то никого нету. Похолодало, никто не гуляет. Вообще все площадки пустые. Еще сегодня воскресенье, завтра в школу. Но сейчас день. Как бы можно было погулять. Никого, вообще пустота. Ну, замерзли маленькие. Не можем мы всех котов, котенок тоже в квартиру к себе взять. Ну, одного, ага. Два останутся. Они, смотри, какие дружные. Нет. Мы и так Максика подобрали, спасли. Вон его бедненький тоже плакал. На улице сидел. Забрали к себе домой. Кот оказался необыкновенный. И вот дети маленькие есть на площадке чуть-чуть. Так что мы пока гуляем. В детской площадке растет облепиха. Любите облепиху, девчонки? Я люблю. У нас раньше росла, сейчас нету в саду. Вот она, какая красотка. Фокус, ты чё? Ты чё, фокус? Вот она. Сейчас... Ой, уронила, сейчас попробую. Раньше очень любила и варенье у неё. Ей ещё, конечно, немножко доспеть надо. Но всё равно прикольно. Мало её. То ли её оборвал уже кто-то, то ли её в этом году в принципе тут мало. Тут бывают все ветки прям усеянные. Класс. Люблю. Здорово. Она полезная. Но еще кислая. Вот и солнышко выглянуло. Погода вообще странная. Очень странно. И для начала сентября тоже. Но в этом году нас лето радовало. Почти все регионы была жара, да. Тепло, хорошо все лето. Много купались в этом году. Здорово. А вот и затопило даже. А с начала сентября вот такой вот дубак, конечно, вообще. Но к выходным вроде 19 градусов, 19-20. Со среды потепления пока 10-11, ночью 2-4. В начале сентября я такую погоду никогда не помню. Это очень холодно. На 1 сентября в том году мы вообще в летних платьях шли, я помню. А сейчас в куртках. Капец. Стою на солнышке и греюсь. Как здорово, потому что руки уже одубели. Гулять? А гулять хочется. Гулять надо. День следующий. Сижу такая в патчах Фаберлик. И знаете, такое вот чувство, что слава богу, что добила. Я еще про них поподробнее в пустых баночках расскажу. Видите, как они рвутся кусками. Это во-первых. Во-вторых, мне не хватает сыворотки. Вообще мне ничего не хватает. Они никакие. Сделала заказ Фаберлик. Сегодня понедельник новый. Взяла зеленый, потому что вы их так нахваливали тоже. Кто-то писал, что они такие же. Абсолютно никакие. Кто-то их нахваливал. Взяла Black Фаберлик зеленый. Проводила Ксю в школу. Покормила Крис, валяется с котом вместе рядом на диване. Вот. И что? Сейчас сделала, помыла волосы и Арису шампунем новым вот этим с камелией. И бальзам нанесла как маску, хочу так попробовать. На полчасика хотя бы. И завязала волосы. Вот так походите, посмотреть. Не хочу сушить волосы феном, хочу их лишний раз поберечь. Поэтому хочу напитать и посмотрю, что из этого получится. Что-то хотела вам еще рассказать. Мысли быстро улетают. Мысли мои... А, лайфхак. Лайфхак, девчонки, для тех, у кого есть малыши. Как продлить утренний сон? Ты зачем накрылась-то? Ты зачем накрылась? А? Слюнявчиком взяла, накрылась, лежит такая. Где? Хорошо с котиком рядом лежит. Котик теплый у нас, Максик. В общем, мы когда собираемся в школу, мы встаем в 7:15. Будильник прозвенел, и я включаю белый шум мелко и кладу на кровать. Либо на телефон, если зайка наш разряженный, я вам показывала, умный зайка вот этот типа алло. Или зайку включаю, кладу. То есть мы же в одной комнате, да, если вы тоже в одной комнате, или вообще ребенок у вас чутко спит под утро. Включаем белый шум, и все, она нас не слышит. Мы с ней собираемся потихоньку, завтракаем, я ее собираю, все. Ребенок идет в школу, и мелко еще досыпает какое-то время, вот сейчас 9:30 утра. Без 10:09, наверное, она проснулась. То есть поспала хорошо. Поспала еще под этот белый шум. Я легла потом рядом. Ксюша проводила заказ в Берлик делать. Белый шум параллельно звучал. Пошла на кухню, убралась. То есть потом она только проснулась. Голову помыла, помылась. Ну, то есть можно какие-то дела еще поделать. Люблю утром сейчас. Мне нравится, в принципе, такой график. Ксюшу отвожу. Ксюша уходит в школу. И у меня есть еще какое-то время. Она спит. Поделать дела, масочки и так далее. Для лица сейчас все поделала, красота, все здорово. Так что вот такой лайфхак. У кого в коляске детки не спят, то же самое. Если она вот иной раз положишь коляску, она сразу отрубается или лежит, глазеет. А иной раз не хочет лежать, ну ни в какую. А, видимо, еще спать не хочет или еще что-то. И вот тоже белый шум. Чпок, коляску, все, красота. Попробуйте. Я на самом деле для себя только со вторым ребенком его открыла. Есть приложений очень много бесплатных с белым шумом в телефон, да, для удобства. А можно также купить какой-то гаджет, вот, типа вот этого зайки или еще что-то. Их много сейчас таких всяких. Да?
Да? Да, сладкий? Кота мнет за пузо, кот лежит. Рукой вот так его схватила, тянет сильно. Ой, как сильно тянет, он лежит, маленький, терпит. Видите ручку? Видите ручку? Видите, как она его тянет сильно? Капец? Терпит, лежит. Максик, ты же мой молодец. Лежит, терпит. Маленький, сейчас тебе рыбку дам за это. Хороший котик. Пойду теперь кота кормить. Пойдем за рыбкой? Пойдем. Ой, как она его тянет. Блин, ему по-любому больно. Все, котик получил заслуженную рыбку. Все, кстати, у Крестюшки меняется цвет глаз. Они были ярко-синие, как у Ксюши и у папы. А сейчас они такие болотно-серые. Коричневита уже прослеживается. Поэтому, может быть, хоть одна девчонка будет похожа на меня. Кстати, заказала патчи на Озон. Вот кому интересно, смотрите. Кот их. По рекомендации соседки. 296 рублей. У нас еще Озон рядом с домом открылся. Вообще красота. Еще на Озоне будут два пересы выдавать. 60 патчев плюс лопатка. То есть 30 пар. 296 рублей. И у них отзывы прям хорошие. Еще не пробовала. Сегодня вечером сделаю. Вот так вот выглядит баночка. Везе, да? Можете в поиске в Озоне, если вам надо, такое счастье забить. И ей они понравились. Она их уже попробовала. Вот так они выглядят. Сейчас открою. Прям сыворотки много. Лопаточка. Крышечка. И там прям они плавают. И они, по-моему, двух видов. Золотые и коричневые здесь, если я не ошибаюсь. Да, видите, вот такие вот золотые. Прям много. Они здесь плавают. Вот не то, что Фаберлик, да? Ну-ка. Еле уловимая косметическая душка. Очень приятная. И вот они, смотрите, сколько тут сыворотки. Вот это я понимаю. То есть одни золотые, наверное, 15 штучек. И вот таких 15 штучек темных. Я не знаю, чем они отличаются. Мне кажется, просто цветом. Ну, естественно, сыворотка-то одна, да, не в одной банке. И прикольненько. Вот попробую, расскажу вам потом. Так, вот это, мне кажется, уже мне не надо. Хотя лопатку куда класть? Я и лопаткой, честно говоря, не люблю их доставать. Можно порвать тоже. Мне гораздо удобнее рука. Да, руками не очень эстетично туда лазить, но тем не менее. В общем, такие вот патчи. Соседка сказала, прям классные. Прям вот здорово, у нее разглаживается. Она говорит, я с утра делаю, понравились. И пригулять. У нас опять очень холодно, но, по крайней мере, хоть солнце. Опять мелочь надо мной ржет. Потому что я тут прыгаю. В прямом смысле слова с палкой. Так нельзя говорить. Потому что я тут прыгаю в прямом смысле с палкой и сшибаю ей каштаны, которые ей надо. Ржет, рот весь в шоколадном мороженом и ржет надо мной сама. Да? Как мама тут скачет, как сайхак ради каштанов. Они высоко. И я вот этой палкой сейчас прыгала и сшибала. Смешно тебе, да? Еще пошибай. Еще пошибать? Да. Уроки выучили, пошли проветриться. Хоть солнышко. Что ты их двумя пальчиками берешь прям? А, что, боишься, что уколешься? Я больше прыгать не буду, ищи, я много сбила. Вон валяется еще ветка с каштанами. Давай, давай. Ходи, урожай, собирай. Над матерью тут половина улицы, наверное, уже ржало. Как она прыгала. Макс, ты что делаешь? Ты зачем мне уж новое одеяло? Знаешь, понравилось. Для Алло. Него как раз. Алло. Для него как раз нравится. Что ты делаешь, спрашиваю? Слишком мягкая, но понравилось. Ты обнаглел? Макс. Максик. Ты что делаешь, спрашиваю? Ты что делаешь, засранец? Нравится, не трогать. Конечно. Видишь, приятно, значит, хорошо, видимо. Очень хорошо, замечательно просто.